ваши части тела выступают не по делу. Если вируса бактерии не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В четверг в Самарской области облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег, также морозно, температура воздуха в дневное время 16-19 с минусом, ночью 18-20 ниже 0. В Сызрани на небе облака, днем 14 с минусом, ночью 17 ниже 0, северо-западный ветер, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти солнце проглянет сквозь облака, возможен небольшой снег. Днем минус 18, ночью минус 19 градусов, северный ветер 1 метр в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем минус 18, ночью минус 20 градусов, северный ветер 1 метр в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 67%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.